нас в коллекции медаль, которая была вручена начальнику штаба партизанского отряда имени Щерса, партизанской бригады Рокоссовского, Геннадию Александровичу Ланевскому. По свидетельству очевидцев было создано вот всего 50 таких медалей. Они были вручены вот 5 июля 1944 года на станции Воропаева в торжественной обстановке. На одной стороне медали написана «Бригада имени Рокоссовского за храбрость» и изображена конечная звезда. А на второй стороне день двухлетия, то есть двухлетие действия бригады в тылу врага и дата вручения 5 июля 1944 года. Во время Великой Отечественной войны в тылу врага, конечно же, необходимо было каким-то образом поощрять людей. И вот как раз-таки эти самодельные медали – это знак вот этого признания их заслуг, их самопожертвования в деле борьбы с врагом. Насколько известно, для создания этих медалей использовали монеты образца 1921 года, серебряные. Их тщательно зашлифовали, то есть полностью был как бы убран вот этот верхний чеканный слой монеты и нанесена гравировкой надпись. Если посмотреть на нее, то мы не увидим ни гурта, ни сама поверхность очень тщательно как бы зачищена. Ситуация была достаточно сложная, не было возможности каким-то другим способом сделать эту медаль, поощрить людей. И местные кузнецы, которых попросили выполнить эту работу, нашли такой выход. Это достаточно редкие предметы в коллекции музеев. Например, у нас всего одна такая самодельная медаль. Поэтому, как бы, на самом деле это достаточно интересные и ценные артефакты, и редкие.